И так будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалу, хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте даже благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны нашему Господу. Самый коренной стих, мне кажется, что здесь я прочитал. И так будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, не вечером, не только утром, но каждый день, каждую минуту, каждый момент нашей жизни, мысленно, в духе, в словословии, в молитвах мы должны непрестанно приносить хвалу Богу нашему, потому что Он достоин. Он заплатил за нас цену, Он ввел нас в число детей Своих, Он назвал нас по имени. Он сказал: «Ты мой, будешь переходить через воды, не потопят тебя, пойдешь ли через огонь, не опалит тебя, потому что Господь есть наше благословение». Хвала Ему. Встанем на наши ноги, прославим Его. Аминь. Братья и сестры, давайте вместе скажем слава Господу. Слава. До сего места помог нам всем Господь. Мы имели такое благословенное дневное служение, научаясь Слову Божьему, да, слышали живое свидетельство от наших братьев-гостей, да, особенно от того последнего брата, который был и в Африке, и в Южной Америке, многое старался сделать в жизни своей, чтобы имя Господне прославилось. Ну, у каждого из нас своя дорога, и мы, живя здесь, в этой стране, также должны делать что-то во славу Божию, для, живя в теле нашем, да? Вот желание сердца моего прочитать некоторые места Писания, которые записаны. Я первое место прочитаю, будет Исаии 55 глава, 6 стих. Здесь написано так: «Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко». Второе место будет Псалом Давида, 26, 8 стих. «Сердце мое говорит от Тебя. Ищите лица моего, и я буду искать лица Твоего, Господи». И еще Псалом 104, 4 стих. Здесь такие слова: «Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всего, всегда». Вот такие места Писания прочитал сегодня. И желание сердца мы вместе с вами порассуждать, что такое взыскать Господа и как взыскать Господа. Вот как Давид в своем молитве, да, в своем страстном желании общения с Господом взывает, говорит: «Сердце мое говорит от Тебя». Понимаете, человек сошел, ну, в контакт с Божьим, с Богом, да, и он говорит: «Сердце мое говорит от Тебя». Уже, ну, самой внутри он слышит голос Господень, который и говорит: «Ищите лица моего, ищите лица моего всегда». И он старается искать. Я хочу прочитать одно место из Священного Писания. Это будет записано у Евангелия Луки, с 19 главы, с первого стиха, одну историю, которую Христос, которую нам евангелист Лука оставил здесь. Здесь написано так: «Потом Иисус пошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Захей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежал вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянул, увидел его и сказал ему: Захей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел грешному человеку. Затхей же стал, сказал Господу: Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам четверо. Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому этому, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Братья и сестры, вот такое место я прочитал, и мы все давайте немножко порассуждаем. Написано, что человек имени Захея был человек
Ну, мы все знаем, маленького роста, как говорится. Все, кто только вспоминает историю маленького человека, значит, Затхей говорит, да? И вот получается, но у него было одно преимущество перед другим. Он был человек богатый и начальник мытарей, да? Получается, он еще должность имел. Это значит, был особенный начальник, да? Особенно, ну, сильный в своем деле, он, ну, был маленького роста. Почему я это говорю, маленького роста? Иногда люди низенького роста очень хотят себя сильно поставить, но особенно над высокими, чтобы, ну, понимали, что они тоже имеют власть какую-то. И вот получается, этот человек имел такое желание в сердце увидеть Господа. Он услышал уже слухи об Иисусе, да, что очень большие дела совершаются, и он, ну, думает, а как же увидит? И вот одного дня он услышал, что Иисус входит в город. И он, оказывается, был очень догадливый человек. Он посмотрел, что за толпой народа он не увидит Иисуса. Он забрался на смоковницу. И что его туда влекло? Желание, да. Он искал, как увидеть Господа. И вот, когда он был на смоковнице, Христос, написано здесь, подошел, взглянул, говорит: Затхей, садись скорее, мне сегодня надо быть у тебя в доме. И мы знаем вот эту историю, я до конца прочитал ее. Что случилось в результате этого общения? Человек переменился, человек обновился, человек поменялся полностью, да? Он раскаялся, и жизнь его пошла коренным образом в совершенно другом направлении, да? Но было то, что он искал, как увидеть Господа. А Господь увидел искание этого человека и ответил ему на нужду. Вы знаете, я вспоминаю еще одно место, это записано будет в Иеремии, 29 глава, 13 стих. Здесь написано так: «И узыщите меня, и найдете, если узыщите меня всем сердцем вашим». Видите, братья и сестры, Иеремия еще раньше говорил, да, что если взыщите всем сердцем, да, то найдете. Вот этот человек, Затхей, взыскал, искал Господа всем сердцем, и Господь не прошел мимо. Господь обратил на него внимание и ответил на его желание. Также мне вспоминается еще одно место. Вы помните, уже евангелист Иоанн описывает, что было время, когда Христос совершал действие, и вот некоторые люди, как, ну, говорят, греки, еллины, да, они пришли и искали в городе, как бы увидеть Иисуса. И написано как? Написано, что они нашли Филиппа и говорят: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет, говорит Андрею. Андрей говорит об этом Иисусу, да? И когда Иисус увидел, что возрадовался в духе своем, говорит: пришел час прославиться Сыну Божьему, совершается дело Божье, да, люди ищут Господа, они услышали, что делает Иисус, они приложили усилия, и вот они знают, что Иисус в этом городе, они ищут Его. Еще одно место мне вспоминается, тоже Иоанн описывает, в начале своей первой главе, там говорится такие слова, что когда Христос позвал учеников, и вот один из учеников, встретившись с Иисусом, пообщался с ним целый день, и приходит и говорит своему брату, говорит, Нафанаилу, говорит: «Мы нашли того, о ком писал Моисей и пророки, он торжествует». Они нашли, а он говорит: «Откуда он?» «Иисус из Назарета, Назарянин, да?» А говорит: «А разве оттуда что-то может быть хорошее?» Говорит: «Пошли, посмотри». Он пошел с ним. И когда встретился с Христом, сердцем он узнал. Когда Христос ему ответил на все вопросы, он узнал: да, это точно тот человек, о котором говорил его брат, да, получается. Братья и сестры, вот несколько мест, которых я навел для того, чтобы нам, ну, как бы направить наши мысли для того, как искать Господа. Мы все знаем, что Христос среди нас. Поверно своему обещанию: где вас двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди вас. Если мы знаем, то нам надо просто, ну, верой брать.
как Давид говорил, сердце мое говорит о тебя, ищите лицам его. Мы знаем, Господь есть на этом месте. Господь сильный поддержать, Господь сильный ответить, Господь сильный провести. Как мы пели вот этот псалом, дорогие минуты нам Бог даровал, мы увидели братьев, сестер, а Иисус, дорогой, с нами быть обещал, дадим ему сердце простор. Мы пели, или мы размышляли, о чем мы пели, или мы просто пропели, ну, как бы старый наш знакомый гимн. Братья и сестры, и в старых знакомых гимнах есть иногда очень сильные слова, есть сила, если мы ее принимаем верой. Давайте мы будем искать Господа на этом месте, чтобы был ответ нашему сердцу, чтобы мы, выходя с этого места, были обновлены и переменены для славы Божьей, как и тот человек, который встретился с Иисусом. Помолимся. Аминь. Дорогие братья и сестры, слава нашему Господу, что мы можем еще собраться свободно, чтобы прославлять нашего Господа. Слава нашему Господу! Последний раз я говорил о страхе, которым мы должны иметь пред нашим Господом. И как сказать, тот страх, который мы должны иметь пред Господом, это как бы благоговение, почтение, уважение. Страх Божий должны иметь. Сегодня я хочу говорить о другом страхе, который есть у человека, он противоположный страху Божьему. Сегодня я хочу об этом поговорить. И первое место, которое я буду читать, это Исаия, 26 глава, 3 стих и 4. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он». 4 стих. «Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная». Слава нашему Господу! И хочу прочитать с Откровения, с 21 главы, 7 стиха и ниже. «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». И я делаю ударение на 8 стих. Первое слово. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере горящем огнем и серую». Это смерть вторая. Особенно в сегодняшнее наше время, когда мы слышим столько бедствий, столько разных катаклизм, столько всего устрашающего приходит в нашу жизнь, в наши дома, мы особенно сегодня должны держаться Господа. Потому что Исаия говорит, твердого духом ты хранишь в совершенном мире. Сегодня как никогда Бог хочет и Бог показывает, что мы должны прилипнуть к нашему Господу. Как сегодня днем было сказано, Господь есть наша крепкая башня. Куда убегает праведник и не убоится, слава нашему Господу. Куда убегает праведник? Я как-то говорил проповедь, кто такой праведник? Праведник – это не тот человек, который на людях один, а в церкви он другой, любит Господа сильно. А на людях он другой, потому что в церкви уже, которые люди есть, его там не видят. Понимаете? Но Слово Божие говорит, Псалом, праведник цветет, как пальма.
праведник цветет, как пальма. И пальма, почему праведник цветет, как пальма? Потому что пальма, фактически, от самого корня до верхушки имеет пользу. Если другое дерево спилят и что-то возьмут, материал, чтобы что-то делать, остальное спалят огнем, то пальма, в чем имеет ценность, что все, и листья, и ствол, и кора, и корни имеют ценные вещества, которые приносят пользу. Понимаете? И недаром упоминается, праведник цветет, как пальма. И еще очень интересное свойство пальмы. Говорят, если сделать надрез на ней, то она, ну так, своим языком поплачет, сок пустит, некоторое время и зарастет. Вы понимаете, о чем я говорю? Пальма поплачет и пустит. И Бог говорит, праведник, если тебя обидели, то ты можешь поплачешь. Даже может никто тебя не будет видеть, в своей комнате ты поплачешь и простишь, и благословишь, и забудешь. Это праведник цветет, как пальма. Пару лет мне пришлось быть на Гавайях, и одна была ночь, которую я помню. В ту ночь очень много воровали людей, потому что люди спали, и очень сильная буря была, но воры не спали. Даже в нашем доме украли мотоцикл, где я жил. Понимаете? Но утром я поднялся, я не узнал пальмы. Листья их не были запутаны, были обветшие. Кора облупленная. Понимаете? Я их не узнавал, что это пальмы. И думал, а придут ли они в себя, или их просто рубить и все. Но вы знаете, что к вечеру такой тихенький ветерок, весь день дул такой тихенький ветерок. И когда я уже с работы возвращался, я просто был удивлен. Да, работники павшие листья убрали, где-то кора сильно свисала, ее обрезали. Но те листья, которые были запутаны, это тихенький ветерок так нежно их распутал, что они опять своей кроной стали такими же самыми были, как и были до бури. Это праведник цветет, как пальма. Сегодня враг хочет потрепать нас. И очень сильно хочет потрепать. Он наводит ужас и страх. Но Господь говорит, ты есть праведник. Ты в моих руках. И если ты доверяешься сегодня ты мне, и полностью, если ты мне отдаешься, я тебя сохраню. Я тебе не дам упасть. И этот пример пальмы нам дает, мне дает понимать, чтобы как бы враг ни потрепал, но если я буду с Господом, если я буду доверяться Ему, если я буду крепким духом, Бог не даст мне упасть, потому что я держусь за Его руку, слава нашему Господу. И это милость Божья, и это есть Божье благословение. И я вам скажу сегодня днем, как было сказано, это не то, что я раз отдался и сказал, все, я по жизни пойду как есть, но есть у меня рай, потому что я сказал, Господи, я доверяюсь Тебе и хочу жить, как кальвинисты учат. Но нет. Жизнь – это борьба. Это каждый день борьба, где мы встаем и идем, можно сказать, на войну, на пролом с врагом. И доказываем, что наш Иисус Христос, наш Господь – это крепкая башня, куда я могу укрыться. Иисус Христос – это есть наш камень, где я становлюсь, и не поколеблется моя нога. Не поколеблется моя нога. Потому что я с Господом. Аминь. Слава нашему Господу. Это есть наш Господь, который держит нас. Второе место,
я уже читаю в Новом Завете, предпоследняя глава этой Библии, Нового Завета и всей книги. И здесь пишется так: «Боязливых же». Я хочу на этом месте остановиться. Боязливых. Кто такой боязливый? Братья и сестры. Я думаю, что сказать «боязливый» можно определение сделать это «страшащийся», «боящийся». И я просто хочу из своей жизни провести, кто такой боязливый. Чтобы поняли, может, чуть-чуть будет. И я хочу говорить об этом. Когда я призвался в армию, первые дни и первые недели офицер за 100 метров ему уже честь отдавал. Я был боязлив. Я так этих офицеров боялся, что за 100 метров я уже честь отдавал им. А он подзывал меня: из какой ты роты и фамилия, ты будешь служить в моей части. Им очень нравилось, что я им за столько метров отдавал честь. Я был боязливый. Но вы знаете, месяц службы в этой части мне что-то дало, перестал я бояться. Потому что они каждый день, а вернее не день, а каждую ночь вызывали меня в часть, в дежурную часть, и беседовали со мной, чтобы я принял присягу. Потому что я еще в военкомате сказал: присяги не буду принимать. И такая красная линия проведена, было написано «баптист». Они меня убеждали. И вы знаете, порой были такие моменты, 5 минут, может быть, им не хватало для того, чтобы меня убедить, чтобы я сказал «да». 5 минут, наверное, а может, 1 минуты не хватало. И меня отпускали. И когда я в роту приходил, находились сержанты, которые подходили и говорили: «Ну что, сегодня сказал да?» Я говорю: «Нет». Он хлопал меня по плечу и говорил: «Держись». И когда этот сержант говорил мне: «Держись», я говорил: «Господи, это ты через него сказал, чтобы я держался». И когда очередные опять вечера наступали, я держался. Но, вы знаете, офицеры учатся, их психика, они знают психику человека. Если на человека давить, 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 его можно раздавить. Поэтому и Господь говорит: боязливых же. Бог не хочет, чтобы народ Божий был боязливый, имел страх. И вот пришел момент. Они решили меня взять другим методом. Когда уже роты, вся часть была построена для принятия присяги, а нас там было, наверное, больше, чем 500 человек. Всех по ротам построили. Я сидел в роте, не пошел. Но пришел офицер и сказал: «Ты должен стать в роту свою». Пойти. Я говорю: «Я присяги принимать не буду». А он говорит: «Ты должен стать». Они понимали, что если я стану, то я со всей толпой сделаю то, что вся толпа, весь народ говорит, будет. Понимаете? И вот наступил момент. И вызывают: «Боричевский, присяги готов?» И вы знаете, я чеканным шагом, мне автомат преподносят, я не взял автомат, но чеканным шагом подхожу и говорю: «Родовой Боричевский присягу принимать не будет». Мое тело все дрожало, мои ноги не подчинялись. И я услышал: «Стать в строй». И я возвратился и стал в строй. С этого момента дни жизни моей начались другие. Понимаете? Но я выдержал этот экзамен. И я благодарен Господу. И когда меня в часть уже привезли, там уже испытания начались. И были там тоже верующие люди с Волгограда, из других мест, которые приняли присягу.
И так как те приняли присягу, я не принял. Говорили, ты единственный, мы тебя все равно сломим. Мы тебя сломим. Но что произошло дальше в жизни? В моей роте еще один верующий человек служил. Баптист с Волгограда. Он высокий, ростом такой был. Но случилось так. За сигаретами меня хотели послать. Я отказался. Недели две грудная клетка болела, а первые дни даже дышать еле дышал. Но я не сделал того. Он устрашился. Сходил за пачкой сигарет. И что вы думаете? Этот страх и эта боязливость его поборола, то, что они после отправили его за вином. И в течение 2 месяцев он не выдержал, он не смог служить больше в моей роте и в этой части. Приехали родители и забрали его. Не знаю, в какую часть его перевезли. Потому что с него очень сильно все солдаты начали насмехаться. И он стал никем. Но я, переболевший 2 недели, меня начали уважать. И меня больше никто не посылал. Зачем-то противным. Почему я привел этот пример, братья и сестры? Наше все время сегодня лукавое и очень лукавое. Сегодня дьявол как никогда хочет устрашить, хочет навеять страх, чтобы и я дрожал. И читая Библию, я всю неделю, даже и раньше, рассуждаю. И для меня даже тема проповеди пришла на этот стих. Боязливых тоже озеро огненное. Они боязливы причисляются как убийца, как любодей, как идолослужитель, как чародей. Боязливый. Вроде бы что такого, да? Но боязливый причисляется к тем людям, которые сделали самые страшные грехи. Почему боязливый причисляется к этому? Потому что боязливый – это тот человек, который не хочет угодить Господу. И другими словами, можно сегодня сказать, боязливый человек – это теплый человек, у которого, как и Библия говорит, что с крана не может течь соленая и сладкая вода, а одна вода течь. А боязливый – это тот человек или тот кран, где в одном месте течет горькая соленая вода, а в другом месте течет сладкая вода. Вот почему боязливый не может наследовать небо, но его участь в озере огненном. Страх. Что такое страх? Вы знаете, когда мы читаем Библию, с первой книги Бытия уже мы читаем, что там написано о страхе. А знаете, кто первый устрашился? Первые люди, которых сотворил Господь. И Он им сказал, все делайте, наслаждайтесь тем, что Я сотворил. Но одного Я не хочу, чтобы вы сделали. Вот есть дерево познания добра и зла. Вы к нему не прикасайтесь. Одно условие. Вы должны вот это выполнить. Остальное все вам разрешено. И как вы думаете, первый человек выполнил? Не выполнил. Пришел дьявол, искупитель. Пришел дьявол и начал искушать. И я не думаю, что за один день они согласились и сделали то, что сделали. Я не думаю. Это была работа дьявола не одного дня. Эта работа была не одного дня. И просто-напросто
сорвать и укусить яблоко. И дать попробовать мужу. И Бог приходит. Адам, где ты? Адам, где ты? Не выйду, Господи, пред лицом Твоим. Я своими словами говорю. Не выйду. Почему? Потому что я убоялся. На меня напал страх. И я увидел себя нагим. Его же страх уже осудил его, кто он есть. Боязливый человек уже себя судит, кто он есть пред Господом. Вы знаете, в Библии есть много мест, где написано о страхе, о боязливых людях. Есть такой пример. О талантах. Знаете эту притчу? Было 5 дано, 2 и 1, да? Которому было 5 дано, он приумножил. Которому было 2 дано, он приумножил. А которому талант? Вроде бы ему нужно рваться, держаться, что-то делать. А он приходит и говорит: Господи, я знал, что ты жестокий. Жнешь, где не сеял, и собираешь, где что? Не рассыпал. Вот я завернул платочек. У меня была боязнь, у меня был страх. Я завернул его в платочек, положил, спрятал. И вот держал до того момента, покуда ты придешь. И какой ответ он получил? Боязливый, неверный, ленивый раб. Где его участь? Потому что Христос сказал: заберите у него талант. Представляете? Заберите в его талант и дайте тому, кто приумножил. Братья и сестры, сегодня есть нам над чем думать. Сегодня Бог хочет, чтобы тот талант, который дал нам Господь, мы могли возгревать, умножать по силе своей. А Бог нам дал каждому талант. Даже тот талант, где мы можем стоять в проломе в молитве за свою церковь, за народ. И по неотступности народа Божьего Бог совершит что-то великое и на той земле, где Он живет. Аминь. Бог будет совершать. И может, это твой маленький талант. Может, в очах людей он небольшой. Но ты стоишь в проломе. Как один пастор сказал: приходит старушка, каждый день садится почти на передней скамейке. И когда я проповедую, я вижу, как она дремает. И когда я подошел и сказал ей, она сказала: прости. Но позже я узнал, когда уже ее не стало, что она ночами стояла в молитве за служителей и за церковь. Ее был труд. Но мы порой не замечаем, и порой можем даже осудить. Очень наглядный пример еще есть в Библии. Когда Господь исцелил слепого. Помните этот случай? И вот иудеи приводят отца его. Так? И спрашивают: это твой сын? Он говорит: мой сын. А веришь ли ты, что Господь его исцелил? И вы знаете,
из-за боязни перед иудеями, что сделают ему иудеи, что иудеи его могут отлучить от синагоги. Что он говорит? Он взрослый. Слушайте его, что он говорит. А он стал в сторонку. И это не мое дело. Главное, что вы меня от синагоги не отлучите. Спросите у него. Спросите у него. Он вам скажет. Понимаете? Страх. Страх одолевает. Может? Брат подсказывает, может, это мудрость. Но я вам скажу. Этот человек защитил себя, чтобы не быть отлученным от синагоги. Почему я это говорю? Потому что крепкого духом Бог ставит на фундамент. Крепкий духом он не будет лукавить, он будет прямо говорить: «Я христианин». И если сегодня придет какое-то время, и нам придется отвечать, что я твердо верю, и я христианин, и библейское слово «я праведник», не убоюсь, что сделает мне человек. Придет время, когда придется нам отвечать. Иметь булку хлеба на столе или иметь только крошки. И нам придется делать выбор. И Слово Божье от самого первой книги до последней книги говорит, не должны мы быть боязливыми. Вы знаете, много мест я хотел читать, время очень бежит. Я хочу еще одно место прочитать. Это Исаия, 33 глава. Тринадцатый стих. «Слушайте, дальние, что сделаю я, и вы, ближние, познайте могущество мое. Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем?» Кто может из нас жить при огне пожирающем, говорят, когда кругом страх? Может и нам сдаться, но слушайте дальше. Кто из нас может жить при вечном пламени? 15 стих есть ответ, братья и сестры, для меня и для каждого из нас. Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла, тот будет обитать на высотах, убежище его неприступные скалы. Хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет. Слава нашему Господу! Исаия за много лет, за тысяч лет, говорит о сегодняшнем времени. Эти стихи – это сегодняшнее время, в котором мы живем, где так бушует, где дьявол хочет испытать и пошатать наши основания. Он хочет так основание пошатать, что даже церковный устав не даст силы. Мы слышим, какие законы хотят приниматься. Он хочет расшатать. Но тот, кто ходит в правде и говорит истину,
тот будет обитать на высотах, убежище его – неприступные скалы. Братья и сестры, убежище его – неприступные скалы. Знаете, что это такое? В Белоруссии есть очень много мест, особенно в Литве. И туда на экскурсию людей водят. Где построены дворцы средневековья, они сейчас стоят. Они насыпался большой вал. Была глубокая канава, которая наполнена была водой. И деревянные мосты, которые поднимались. И если враг наступал, эти мосты сжигались. И воины, охранявшие этот дворец, не давали, чтобы приступил противник. Но неприступная скала – это что-то больше еще, чем этот дворец. Братья и сестры, будем стремиться, чтобы нам быть небоязливыми, но чтобы нам исполнять волю Господню, чтобы наши ноги стояли на камне, который есть Иисус Христос. Слава нашему Господу, а Ему за все слава во веки. Аминь. Скажем слава Иисусу Христу, слава Богу. Этот день сотворил Господь, и такой псалом на радость нам. Аминь. И Бог сегодня много к нашим сердцам говорил. Топор нам Господь уйти с этого места, радуючись от Иисуса, от слова, которое Он принял, которое Он говорит к нам. Пришел к Иисусу юноша и говорит, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Иисус говорит, возлюби Господа, начать Ему перечислять 10 заповедей. Так и так послал, он говорит, все это я сохранил от юности. Иисус ему еще что-то сказал, мы все знаем. Продай все, что имеешь. Иисус видел его сердце, и написано, и он отошел с печалью. Да благословит нас Господь, чтобы мы не ушли с этого места с печалью, а с радостью ушли. И тема моей проповеди написана, всегда радуйтесь моей короткой проповеди. Да благословит Господь. Я хочу зачитать от Иоанна, 15 глава. Я прочитаю с 1 по 11. «Я истинно виноградная лоза, отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он очищает, а всякую приносящую плод отсекает, а всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плод сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я лоза, а вы ветвь. Кто прибудет во мне, и я в нем, тот принесет много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слово мое у вас прибудет, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдаете, прибудьте в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в Его любви. Это сказал я вам. Да радость моя у вас пребудет, радость ваша будет совершенна. Аминь. До этого места. Еще раз читаю 11 стих. Это сказал я вам. Это слова Иисуса. Он говорит, да радость моя у вас пребывает, пребудет, и радость ваша будет совершенна. Иисус хочет, чтобы у нас была радость Его. Говорит, да радость моя у вас прибудет, и радость тогда ваша будет совершенна.
Следующая глава, 16 и 24 стих. «Да ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершена». Знаете, вы, я думаю, понимаете все, что у Бога есть свои принципы, которые просто ну, никак нельзя обойти. Никак нельзя их обойти, скажем так, да, еще раз. Ну никак мы не можем. Бог поставил свои принципы. И Бог сказал, как я это все недаром прочитал, с 1 стиха по 11 написано так выборочно, допустим, 7 стих. «Если пребудете во мне, он говорит, и слово мое в вас пребудет, то чего не пожелайте, просите». И дальше написано, вот, 9 стих. «Как возлюбил меня Отец, так и я возлюбил вас. Прибудьте в любви моей». И 10 стих. «Если заповеди мои соблюдаете, пребываете в любви моей». Знаете, Бог дает условия. Если мы хотим иметь эту совершенную радость, которую нам Бог предлагает, нам нужно пребывать в Его любви. Нам нужно питаться от Его источника, от Его, который Он предлагает. Нам просто необходимо с Ним отношения. Говорит, если вы это будете соблюдать, это сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, радость будет совершенна. Тогда у нас будет эта радость совершенная. Не радость в каких-то вещах, не радость в каких-то в плотских вещах. Я думаю, вы все прекрасно понимаете, особенно в детстве, что-то там появилось новенькое, хорошенькое. Оно пройдет день, два, три, оно потом грязное, запачкалось, пошкрябалось, и оно потом становится неинтересное. И эта радость, она угасает в материальных вещах. Что бы это ни было, дорогая вещь, самая-самая, она просто не может длиться долго в нас, она не может жить в нас долго. Эта радость, она просто исчезает. Знаете, а Бог нам предлагает эту радость совершенную. И это 24 стих, что зачитал в следующей главе, еще раз прочитаю. «Да ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенная». Нам нужно контакт с Богом, нам нужно с Ним отношения. Это говорит об этом. Иисус говорит, чтобы нам получить эту радость, мы не можем так просто, Господи, все, я буду радоваться, буду благодарен, буду радоваться. Просто так мы не сможем радоваться, мы не сможем иметь эту радость от Господа. Нам нужно от Господа ее принимать, получать. И в следующей главе, 17 стих, это Иисус в Гефсиманском саду, когда Он молился, это последняя молитва. 17 глава, 13 стих, Он здесь говорит, «Ныне же к Тебе иду». Как бы сейчас иду к Тебе. Это Его молитва. Как бы Иисус говорит, сейчас, ныне же к Тебе иду. Это говорю в мире. Это говорю, когда я еще здесь, на земле. Иисус это говорил, когда я еще был на земле. Говорит, ныне же говорю это в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Иисус, Он ходатайствовал, Он хотел, чтобы мы имели, Он хочет до сих пор, чтобы мы имели эту радость совершенную. И Он, когда еще был на земле, Он ходатайствовал, молился Господу. И Он говорил, чтобы Он хотел, чтобы они имели в себе, внутри, чтобы каждый из нас имел эту радость совершенную, чтобы они имели в себе, внутри, чтобы у нас эта радость внутри жила. На протяжении всей нашей жизни Бог этого хочет. Сколько нам Бог предназначил каждому, кому 10, кому 15, кому 90 лет. Бог хочет, чтобы нас сопровождала эта радость. Она жила внутри. Радость совершенная. Но, как я говорил уже, мы можем получить эту радость только если мы будем близко с Господом. Так просто мы не сможем. Окей, я буду за все благодарить. Я буду радоваться. Внутри мы не сможем. Мы можем радоваться в материальных вещах, то, что нам Бог дал. Радоваться природой, радоваться всем. Мы можем радоваться. Это нормально. И люди, неверующие, не знают Господа, не знающие Господа, они тоже счастливы, они тоже радуются. Но это такая радость поверхностная. А Господь хочет тебе и мне сегодня дать эту радость совершенную.
ныне же к Тебе иду, и это говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную». Это сегодня хочет Господь, чтобы мы имели эту радость. Иисус, Он был на этой земле, где мы сейчас ходим. Господь тоже жил. И Господь знает, как это трудно. Нам нужна эта радость. Это как навигейшн, который нам надо пройти какой-то определенный отрезок пути. И очень сложно нам будет без этого навигейшна. И Господь хочет, чтобы в нас Он был. Нам будет легко с Ним, нам будет легче с Ним идти. И Господь хочет, чтобы у нас была эта радость. Внутри она жила, радость совершенная. Матфея, Нагорная проповедь Иисуса Христа, 5 глава, 11 стих, говорит так. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно засловить за Меня». Знаете, на первый взгляд, это очень противоречивые слова, и они очень непонятные. Как так? Написано, Иисус говорит, блаженны вы, когда вас будут поносить и гнать, всячески неправедно злословить. Написано, что блаженны, благословенны вы, когда вас так будут злословить, когда на вас будут пришивать всякие дела, когда вас будут гнать в тюрьмы 5-10 лет давать, просто так, неправильно написано, блаженны вы. И дальше 12 стих написано такие слова: «Радуйтесь и веселитесь». Знаете, это вообще, по-человечески это вообще, как так? Как так, что это такое? Как это можно радоваться и веселиться в такой ситуации? Дорогие друзья, как это возможно? Радоваться и веселиться. Где радуются, где веселятся? Обычно такой-то праздник, свадьба, день рождения, юбилей какой-то. Там радуются, там веселятся, а тут говорит, Иисус говорит, радуйтесь и веселитесь. По-человечески оно просто уму непостижимо. Написано дальше, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали пророков, бывших прежде вас. Ну, как я уже читал, если мы имеем эту радость от Господа, радость совершенную, мы сможем радоваться и веселиться. В таких ситуациях, когда нас будут поносить, когда нас будут гнать, всячески неправильно засловить за имя Господне, тогда мы сможем радоваться и прославлять Господа, если мы будем иметь от Него эту радость, радость совершенную, которую Иисус ходатайствовал еще здесь на земле за тебя и меня, чтобы мы имели. И Он хочет, чтобы мы имели эту радость совершенную. Еще очень яркий пример. Деяния святых апостолов. Даже зачитаю пару стихов. Павел и Сила. Какая у них была тяжелая ситуация. Это Деяние 16, зачитаю даже пару стихов. Деяние 16:23. «И давши им много ударов, верли их в темницу и приказав темничную стражу крепко стеречь их». Павла и Сила. 22 стих. «Народ же восстал на них, и воеводы, содравши с них одежды, велели бить их палками». И 24 стих. Получив такое приказание, он вернул их во внутреннюю темницу и ноги их заковал в колоды. В такую ситуацию попали Павел и Сила, сложную, очень сложную. Содрали с них одежды при всех, хорошенько им дали палки, набили их, хорошенько. В такую тяжелую ситуацию они попали и сказали темничную стражу беречь их. И он говорит, что он прям в середину, в такое самое место, где самое тяжелое место, и заковал их ноги в колоду. Я так рассуждал, думаю, как так ноги в колоды заковать? Это ж так тяжело. Это ж, когда стоишь, это ж легче, а ноги в колоде, ноги отекают, это боль. Это очень сложно. Это очень тяжело. Это было очень больно им было.
Но видим, 25 стих написано, около полночи Павел и Сила, молясь, воспевали Богу. Как так, дорогие друзья? Как в такой ситуации можно молясь и воспевать Богу? Но они это делали, это вы все прекрасно понимаете, потому что у них была эта радость внутри от Бога совершенная. Они понимали, что они делают дело Божие, и они в духовном мире что-то значат. И у них внутри была эта радость от Господа, радость совершенная, и они пели. Написано Иакова такие слова: «Весел кто из вас, пусть поет псалмы». Написано: «Радуйтесь и веселитесь». Как я читал на горной проповеди, Иисус сказал, и они так и делали. Они радовались и веселились, они пели. Они воспевали хвалу Богу, потому что у них была эта радость от Господа. Если бы у них была, не было этой радости от Господа, они бы это не смогли бы. Они бы не смогли бы петь Господу. Они бы задавали Богу кучу вопросов. Как я первый бы это задавал, просто: «Господи, как так? Ты послал меня сюда, Он послал, Господь послал Петра, Павла туда, чтобы они, он пришел и попал в такую ситуацию. Как так? Зачем? Для чего?» И куча вопросов в голове бы возникала. Но мы видим, и этого хочет от нас Господь, чтобы мы радовались. Написано, 1 Фессалоникийцев 5:16 написано: «Всегда радуйтесь». Такой стих, два слова. «Всегда радуйтесь». Не иногда, никогда хорошо, никогда только плохо, как Павел и Сила радовались и воспевали, а всегда, во всякий час жизни, чтобы мы радовались. Да благословит нас Господь. И Филиппийцам 4:4 Павел написано тоже. У него была очень тяжелая ситуация. У Павла он был в темницах, в узах. И он говорит так: «Радуйтесь всегда в Господе. Еще говорю, радуйтесь». Такие слова писал. Такие братья, они переживали такие трудности, и у них получалось. Я думаю, и у нас получится, если мы будем иметь такую радость совершенную от Господа. Да благословит Господь, чтобы мы имели, имели с Господом связь, скажем так, имели с Ним контакт, имели с Ним отношения, и у нас будет эта радость. А радость от Господа, она будет жить в нас внутри. Если мы будем на лозе, питаться от Его источников, жить в любви, иметь любовь между собой. Да благословит нас всех Господь. Еще один стих. Псалмопевец Давид говорит так: «Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом». Да благословит нас Господь и поможет служить Господу со страхом и радоваться с трепетом. Аминь. Прославим нашего Господа. Слава Господу, братья и сестры. Действительно, я уверен, что Бог, конечно, некоторых уже много проводил, но еще будет проводить. Будет проводить, и я думаю, не одну еще долину нам придется пройти. Вот, и поэтому действительно надо крепко держаться за руку Божью. Вот. И мы сегодня много слышали Слова Божьего, много слышали о чудных делах Божьих, о том, что Господь как-то, когда подводит тебя сильно близко к тем, знаете, границам, то потом начинаешь немножко по-другому рассуждать, по-другому такие, может быть, какие-то твои увлечения или то, что для тебя было так важно, оно так обесценивается, оно совершенно тебя не интересует. Вот. А то, что, на что не обращал внимания, вдруг понимаешь, что что-то мог упустить, в чем-то надо каяться, приводить в порядок жизнь свою. Наша такая жизнь. Так часто, просто идя по жизни, у нас смещаются наши ориентиры, смещаются. Вот почему, пока Петр смотрел на Христа, то вроде и неплохо, шел по воде, все нормально, но как только оторвал свой взгляд, он начал тонуть, потому что вдруг он заметил, а там буря, а там волны, а там вода бушует. И так часто и мы с вами, знаете, как
смотрим на Христа, смотрим, всегда помним, что око Его над нами, что мы перед Ним ходим, тогда стараешься действительно, как сегодня брат Сергей напомнил, говорит, радуйтесь с трепетом. А я подумал, думаю, как, насколько мы, бывает, такое подходит к нам, что мы вспоминаем вдруг, о, как уже давно не было у нас трепета, да? Как уже... Как давно мы уже не трепетали перед Богом, как давно мы, бывает, сердце наше немножко черствеет, и поэтому забываешь, как может Господь прикасаться к сердцу твоему, как оно может расплавляться перед Ним и так далее. Поэтому пускай нам Бог поможет и благословит нас, чтобы мы действительно вспомнили, чтобы действительно в нашем сердце трепет был. Одной церкви Христос сказал, ты, я, говорит, имею против тебя, что ты оставил первую любовь. Первую любовь оставить, это значит трепет где-то угасает, знаете, трепет где-то уходит, где-то испаряется страх Божий из жизни, и человек начинает многое себе позволять. Он многое, и кажется, такие мелочи, но из этих мелочей оказывается, потом привычки наши составляются, да, а потом из привычек вообще и на характер отражается. Потом человек, оказывается, может быть очень беспечным. Он на такие вещи, он не обращает внимания. Сегодня как-то на дневном собрании вспоминалось такое место Священного Писания. И я прочитаю немножко, вот, пока есть немножко времени у нас. Здесь вот написано так. Итак, третий стих, 8 глава 1 Коринфянам. «Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Итак, об употреблении в пищу идоложертвенном мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов, и Господ много, но у нас один Бог, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им». Но не у всех такое знание. Некоторые и до ныне с совестью признающие идолов едят идоложертвенное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется. И вот 8 стих говорит, «Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных». Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли его есть идоложертвенное? И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. Я как-то читал один отрывок Священного Писания, и вдруг одно слово, просто оно, вот эти, и слово «соблазн», знаете, оно в русском языке даже очень много значений может иметь. Вообще-то соблазнить, это значит, одно из значений, это значит ввести в грех кого-то. Вы представляете, то есть если ты окажешься виновником для кого-то, то есть ты его ввел в грех. То есть, может быть, до этого он как-то все-таки шел за Господом, как-то он там сопротивлялся греху и шел, но однако там посмотрев на тебя, и он вдруг он соблазнился, и он стал грешить. И получается, что человек становится виновным. Говорит, от твоего знания погибнет немощный брат, за которого умер Христос. Смотрите, Господь, Он заботится. Наверное, это такой вопрос, который сейчас даже не модно об этом. Каждый говорит, я самый главный, да?
И мне все равно, кто там что там на меня смотрит или как. Но здесь вот Слово Божие, Он говорит, чтобы вы друг другу не подавали соблазна. То есть, чтобы никто на тебе не соблазнился. Чтобы ты поступал для другого, чтобы можно было пример с тебя взять. Помните, апостол Павел об этом говорит, ты должен быть образцом. Он Тимофею так писал. А образец это тот, с кого берут пример. Он говорит, ты должен образцом быть и в вере, и в уповании, вот, со всякой чистотою, чтобы это было, и так далее. Поэтому, помните, нам много раз сейчас, почему-то в последнее время я слышу, слово повторяется, говорит, да невозможно, чтобы зажечься свечу, ее не ставят где-то под кроватью, она стоит на возвышенности, ее видно. Никак ты не скроешься, если ты, называясь именем Господним, обязательно будут люди смотреть на тебя, обязательно. А мы читаем из Слова Божьего, что говорит, даже без слова будут приобретаемы, да? Без слова, то есть смотря на жизнь, на поступки, они будут смотреть, и это будет касаться их. Потому что жизнь и поступки будут громче говорить, чем слова. Слова часто, они говорят, да, и мы много можем сказать, но на самом деле, как мы поступаем, вот это очень важно. Вот это очень важно, говорит, и Павел, он для себя так взял, говорит, и потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. То есть, здесь вот в следующей, в 10 главе, там в конце вот такое слово есть. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божьей. Так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Скажите, в последнее время, разве мы часто об этом думаем? Мы разве часто об этом думаем, чтобы, а вдруг кто-то соблазнится? А вдруг кто-то на мне споткнется? И это ж будет беда, это потому что я окажусь камнем преткновения у кого-то на пути. Так же? А я окажусь тем человеком, через которого кто-то остановится в своем уповании. Кто-то споткнется и перестанет служить Богу или уйдет вообще из церкви. Говорит, не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам и ни церкви Божьей. Насколько мы должны следить за собой, следить за нашим путем. Но знаете, мы можем и затронуть и другую сторону. Сейчас мы дожили до такого времени. Живем в такое время, что ты даже точно не можешь установить, человек на самом деле соблазняется, или он просто через это употребляет такие вот вещи. Я помню, одна старушка, она в одной из церквей, еще там, где мы жили раньше, она как бы старалась всю церковь держать, чтобы ее так уважали, знаете. И там молодые девчата, да, и такие уже в годах, но они работали на фермах, они доярки были, знаете, да. Те люди, которые на фермах работают, они обычно, прибегают, раз, переоделась, и как она не переодевается, всегда есть немножко запах такой, оно просто впитывается, оно просто в кожу входит, вот это все там ферма, понимаете. И вот для того они побрызгают, попшикают, чтобы пахнуть хоть чуть-чуть. А эта бабушка, как услышит, все, вы меня, как это так, я вот, у меня аллергия, я не могу вот эти запахи переносить. Вот, я однажды прихожу на собрание, она мне говорит, ты надушился? Я говорю, нет, ты надушился. Я говорю, это одеколон, это не духи. Ага. И она говорит, а я Христова. А я говорю, а я кто тогда? И что же Христов? Понимаете, человек, который соблазняется по-настоящему, то есть он будет мучиться, он не будет вот так нагло наступать, как говорится. Он не будет так, он просто хочет подчинить себя, чтобы все, вот, и представьте, если никто, все доярки придут на собрание, и никто не будет ради ее употреблять никакого аромата и так далее, и что там будет, да? Понимаете, да? Поэтому действительно, это очень важно. До конца даже не можешь понять. Даже до конца не можешь понять, соблазняется-то человек, или может он употребляет такие вещи, чтобы просто,
его как бы учитывали, потому что очень важный человек, очень важный, чтобы так его, он не просто сидит в собрании, чтобы так вот так, то выключите, то включите, то это, и все, я так это, очень важный человек, вы понимаете, да? То есть, и на самом деле очень трудно уловить эту разницу, но хотя Слово Божие все-таки говорит нам, вы говорит, не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни Церкви Божией, может быть, кто-то там и действительно... Может быть, кто-то действительно как-то употреблял такие вещи, чтобы Павла как-то уловить. Но все-таки Павел говорит, и если пища соблазняет брата моего, не буду мяса кушать вовек. То есть он принял для себя, чтобы никому ни в чем не подать соблазна. Нигде никому, чтобы никто не мог укорить. Он даже в одном из посланий говорит, я даже то законное, чем мог бы пользоваться, я не пользовался этим, потому что, чтобы никто меня не мог укорить, а я старался свое употребить, я старался как-то, каким-то образом свое истратить, но чтобы, говорит, мне никто не мог поставить это препятствием. Это было бы препятствием для благовестия. Поэтому это очень-очень важный такой вопрос. Смотрите, Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея. Почему вообще я затронул этот вопрос, когда читал отрывок? И здесь вот в 17 главе Матфея, 24 стих и ниже. «Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали, «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?» Он говорит, «Да». И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал, «Как тебе кажется, Симон, цари земные, с кого берут пошлины или подати, с сынов ли своих или с посторонних?» Петр говорит ему, «С посторонних». Иисус сказал ему, «Итак, сыны свободны, но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду и первую рыбу, которая попадется, возьми, открыв у нее рот, найдешь статир, возьми его и отдай им, заменяй за себя». Я как-то раньше читал эти места, читал и не заметил, ну, такой, кажется, мелочи. Сам Христос заботился, говорит, чтобы нам не соблазнить их. Вы читали, то вы замечали, да, чтобы нам не соблазнить их. Оказывается, он об этом тоже переживал. Он, окажется, ну что ты, сын Божий, что тебе переживать? Какая тебе разница, кто там на тебя, как на него по-разному смотрели? Даже говорили в одно время, да в тебе вообще бес, или там Вельзевул, там, ты силой Вельзевула это все делаешь и так далее. Но он, однако, подавал пример и говорит, чтобы нам их не соблазнить. Пойди, поймай рыбу. Первую рыбу, которая попадется, открой рот, возьми там статир, за меня заплати, за себя. Вот это очень удивительно. И следующая глава, вот, может быть, я в следующий раз вот, как-то продолжу об этом говорить, то там много говорится о соблазнах. Оказывается, и причем в разных абсолютно, в разных таких понятиях, в разных значениях вот это слово, потому что оно такое объемное слово. Есть, когда говорит, ну, кого-то соблазнить, да, или... Христос когда-то одному ученику сказал, ты соблазн для меня. Он сказал так. Поэтому это очень, очень важная тема. Я хочу, чтобы мы будем заканчивать сейчас собрание. Если есть у кого-то нужды, то вы скажите, и мы помолимся.